Итак, доброе утро, друзья. Давайте проверим картинку, звук. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале. Если все хорошо, то мы с вами начнем. Так, у нас пошла запись. Угу, все хорошо. Все хорошо, картинка, звук есть, все отлично. Хорошо, у нас запись пошла, поэтому мы с вами можем начинать. И у нас с вами сегодня традиционные итоги месяца. Мы с вами сегодня будем подводить итоги июня. Значит, у нас с вами прошла уже половина года. Мы с вами плавно переходим во вторую половину 2021 года. И у нас с вами, мы с вами начали заключительный месяц нашего спринта. Мы работаем спринтами в компании, в партнерской программе. Каждый спринт полгода. И вот мы с вами заканчиваем первый спринт 2021 года. Он у нас с вами закончится 31 июля. Вот, и мы с вами уже вот 6 дней работаем в заключительном месяце. Это говорит о том, что это месяц, где нужно потянуть свои результаты, потому что у нас есть классные промо, значит, в этом спринте. И сегодня вебинар, ну, мы как обычно делаем вебинары, они у нас состоят из двух частей. Вебинары, когда мы подводим итоги какого-то месяца, и, значит, из двух частей. В первой части мы, как правило, говорим о каких-то новостях, важных новостях, то есть это такая точка синхронизации. Мы говорим о том, что у нас было в предыдущем месяце, какие у нас планы на следующий месяц. И во второй части мы обычно поздравляем партнеров, которые отличились в предыдущем месяце, закрыли новые статусы, которые работали активно с клиентами, с партнерами. Мы это тоже сегодня сделаем. Начнем мы с важных новостей. Значит, так как мы с вами уже, ну, скажем так, перешли уже во вторую половину 2021 года, я хочу, ну, то есть начать уже говорить о том, что нас с вами ждет в конце года, то есть на что мы с вами работаем в этом году. Значит, и я бы хотел бы вам сегодня рассказать, что нас с вами ждет в конце года. Значит, у меня есть машина времени, и я летал, значит, в начало 2022 года, туда ближе к итогам. У нас будет 6-7 февраля в Крокус Сити Холл, будет большое мероприятие. Вот я туда ближе, туда, к этой дате летал. Значит, и расскажу вам, что у нас там происходит. Значит, самое главное событие, на которое мы с вами работаем, самое главное достижение, да, на которое мы с вами работаем, 20 миллионов пользователей. Значит, я хочу вас уверить в том, что к концу года мы с вами этой отметки достигнем, то есть 20 миллионов у нас есть на платформе. Вот, и, значит, вот здесь начинаются самые интересные моменты, события. И почему мы активно прям топим за вот эту цифру 20 миллионов пользователей? На самом деле, ну, во-первых, это такая очень большая, очень хорошая психологическая отметка, это во-первых. Во-вторых, 20 миллионов пользователей – это 20% платежеспособного населения страны. Мы с вами, у нас 140 миллионов больше, да, 140 миллионов, и, ну, где-то порядка 20% платежеспособного населения. Это больше, чем 20% экономически активного населения нашей страны. То есть это говорит о том, что те, кто пользуется мобильными телефонами, на которые можно установить наше приложение, почти каждый пятый телефон, в каждом пятом телефоне есть наше мобильное приложение. Это уже огромнейшая аудитория, это уже большая аудитория. И вот здесь очень важный момент, что вот с этой большой аудиторией мы с вами, я уже об этом не раз говорил, мы с вами перестаем, по сути, конкурировать на уровне софта с какими-то другими решениями, с другими системами. То есть мы уже, ну, перестаем как софт конкурировать, потому что у нас есть большая аудитория. У меня вчера был Zoom с ребятами из Америки, с американцами, мы с ними общались, значит, и они мне задали вопрос, они говорят, как ты считаешь, какая вот, ну, там, ваша УТП, то есть в чем отличие ваше, там, от других CRM-систем или от других подобных историй, если бы раньше я говорил о том, что у нас уникальный продукт, значит, у нас, по сути, нет аналогов этого продукта, где все собрано, у нас там 35 инструментов, мы можем вот это, вот это, вот это, то вчера на этот вопрос я ответил, я говорю, ребят, у нас огромная аудитория, то есть аудитория огромная, она активная, и она постоянно растет. Сегодня нету ни у одной там CRM-системы, системы лояльности и так далее, нет такой большой аудитории. И нет таких темпов по росту аудитории. И сегодня, вот я вчера ответил на этот вопрос и для себя уловил, что сегодня самое большое УТП – это аудитория. Понятно, что у нас классный продукт, понятно, что у нас классный софт. Он развивается, и это хорошо. Но сегодня мы с вами уже переходим в ту плоскость, когда мы говорим о нашей аудитории. И к концу этого года, 2021, и вот весь 2022 год,
это будет такой экспоненциальный рост. Почему? Потому что, я уже говорил, на платформе у нас началась органическая экономика, когда пользователи приходят, потому что есть предприниматели, а предприниматели приходят, потому что есть пользователи. Значит, это очень важный момент. И вот эти вот 20 миллионов, это является, не знаю, это какая-то критическая масса, по моим внутренним ощущениям. Мы вчера проводили тоже большое совещание с разработчиками, с командой, с администрацией компании, и вот у всех такие мысли. Поэтому мы активно на это работаем. И я вас могу уверить, что к концу года мы с вами точно сделаем 20 миллионов пользователей. И 2022 это будет год просто экспоненциального роста, потому что вот как будто вот все складывается, все сложилось для того, чтобы мы с вами выстрелили. И, значит, вот об этом, о всем мы будем говорить на нашем ближайшем мероприятии. День рождения компании Global Intellect Service. Нам будет 7 лет, мы будем отмечать 7-летие. Такой еще символический возраст, когда, ну, вы знаете, да, мы идем в школу, то есть заканчивается детский сад, заканчиваются эти песочницы, игры, и начинается уже такая хорошая, осмысленная жизнь, то есть школа, начинается школа. Это такой переход уже в другое состояние, уже в более взрослое, и мы тоже, то есть... Можно сказать, что вот это все, вот эти вот 6 лет, которые мы работали над продуктом, это были, по сути, подготовкой к тому, чтобы вот сейчас начался вот этот экспоненциальный рост. То есть мы все это время закладывали, по сути, фундамент, строили базу, мощную базу, крепкий фундамент, на котором мы будем дальше расти. И я вчера говорил тоже с ребятами, когда у нас было совещание, мы обсуждали этот момент. По сути, для любой абсолютно платформы, значит, скажем таким важным триггером, важной точкой становится вот это наличие органической экономики. То есть до тех пор, пока платформа, на платформе не произошел этот баланс аудитории, когда эти аудитории начали работать, то есть, по сути, платформа не существует, потому что платформа ищет вот этот способ, как вот этот баланс создать. И как только на платформе создается вот этот баланс, вот можно говорить, что это, по сути, день рождения платформы, потому что вот тогда платформа рождается, потому что тогда платформа переходит из продукта, который там в бете, или продукт, который пробуется, уже в настоящий продукт, и тут уже происходит рост. Вот то же самое мы сейчас с вами переживаем, вот этот вот процесс сейчас, вот эти вот процессы, они происходят. Вот, и... Мы вот об этом будем говорить на день рождения компании 7 августа в Москве. Значит, и мы, по сути, будем рассказывать, как мы будем делать вот эту цифру 20 миллионов. Еще раз, у нас вчера был большой мозговой штурм в администрации. Мы наштурмили там больше 15 пунктов, больше 15 действий, которые мы будем делать. Часть из них мы будем делать уже прямо сейчас. Часть из них мы будем начнем делать после дня рождения компании. Вот мы будем рассказывать, как мы будем эти делать 20 миллионов и к чему это в итоге может привести. У нас вообще нет сомнений по поводу того, что мы это сделаем. Мы можем сделать больше, но 20 миллионов мы сделаем точно. И вот все, по сути, спичи, все администрации, мы будем об этом говорить. Я буду об этом говорить. Технический директор Булат Имамов, директор по маркетингу Стас Калашников, директор по развитию Айрат Измалов, директор по продукту Сергей Костюжов. То есть мы все будем вот об этом говорить, мы будем рассказывать, как это происходит. То есть понятно, что мы будем рассказывать о том, что у нас было в первом спринте, и будем говорить о том, что будет во втором спринте, как мы это сделаем. Значит, и еще один важный момент. Я понимаю, что у вас есть какие-то... переживания по поводу мероприятия, то, что ограничения вводятся и так далее. Значит, я хочу вас уверить, мероприятие точно состоится, потому что вчера опять у нас было большое совещание. Значит, у нас совещание было с нашими организаторами, с нашими юристами, с юристами площадки. Значит, и вот по итогам этого там, всего совещания сейчас есть сигналы, которые говорят о том, что... То есть, ограничения не будут еще какие-то вводиться, то есть они либо останутся такими же, либо даже могут ослабляться к августу, потому что сейчас ударный темп проходит вакцинация в Москве там, и так далее. Вот, поэтому точно мероприятие состоится, и оно состоится в полном объеме, поэтому вот по этому поводу не переживайте, можете спокойно брать билеты и прилетать в Москву 7 августа. Мы точно проведем мероприятие компании. Мы точно с вами отметим 7-летие, мы точно с вами поговорим о том, как мы будем с вами работать второй спринт и за счет чего мы вот этой цифры достигнем. И понятно, что мы будем отмечать день рождения, у нас с вами будет большая-большая тусовка.
Значит, тусовка будет в формате неон-пати, то есть это неоновая вечеринка. Значит, и у нас даже есть ролик, я хочу вам показать ролик, который у нас сегодня, мы его опубликуем, он будет в каналах, но тем не менее я вам покажу его. В общем, такой у нас ролик. Он сегодня у нас появится в... Так, сейчас, секунду, вернем слайды. Сегодня... Так, что он не дает теперь слайды загрузить. Хорошо, так, идем дальше. Так, это по поводу мероприятия. Затем, после дня рождения, то есть 7 августа мы с вами отметим день рождения, и затем у нас будет лидерская поездка. Лидерская поездка у нас намечалась. Вообще мы с вами планировали поехать в Лазурное побережье, это Ницца, Каны, Монте-Карло, вот. Но в связи вот сейчас с этой ситуацией в мире, в стране, в связи с вот этими ограничениями, понятно, что мы не можем туда выехать по этим причинам. Поэтому мы долго думали, что же сделать нам с нашей поездкой, то есть как сделать так, чтобы... То есть мы понимали, что поездка точно должна... Так, он не дает мне загрузить слайды, поэтому, ну, в общем, ребята, будем без слайдов, буду тогда, да, без слайдов говорить. Значит, лидерская поездка, мы долго думали, куда бы поехать, и мы хотели в Европу, и, в общем, мы подумали, значит, какой, то так как мы не можем никуда выехать, потому что у нас есть сейчас ограничения, да, по путешествиям за границу, в рамках России мы можем путешествовать, какой у нас есть город, который самый-самый европейский в нашей стране, вот, и самый европейский город в нашей стране, это все-таки Калининград, значит, и на сегодня, то есть в последнее время это такое очень хорошее туристическое направление. Я лично уже давно хочу слетать в Калининград, потому что у меня все друзья, которые вокруг летали, они все в восторге от этого города. Вот. И, ну, вы знаете, что это город, это бывший немецкий город, Кёнигсберг, значит, и основан, по-моему, в 1255 году. Вот. У города большая история, и это самый-самый европейский город в нашей стране с вами. Вот. Поэтому мы решили ехать туда, то есть, ну, как бы, и раз мы не можем в Европу, значит, нам нужно выбрать самый-самый европейский город и поехать туда. В общем, это Калининград. Лидерская поездка в Калининград, и я хочу сказать про условия, то есть у нас есть условия на эту поездку, мы их немножко, скажем так, сделали более доступными, и так... По-моему, Евгений, ты если переключаешь слайд, да, пожалуйста, все, спасибо. Значит, и у нас есть условия. Значит, у нас есть два условия. Либо это через финансовые циклы, либо это через клиентов. То есть либо через партнерскую программу, либо через клиентов. Значит,
для того, чтобы получить приглашение в эту поездку, либо одна неделя, в какая-то одна неделя за весь спринт. То есть за весь спринт одна неделя, 100 финансовых циклов – это приглашение. И если вы за спринт сделали 3 недели, любые 3 недели, не подряд, а любые 3 недели 100 финансовых циклов, то помимо приглашения у вас еще будет компенсация, это порядка 1500 долларов, не порядка, 1500 долларов будет компенсация. То есть, по сути, эти деньги, они полностью покрывают расходы на эту поездку. То есть это через финансовый цикл, либо можно через работу с клиентами, значит, либо 15 клиентов на годовой абонентской плате за спринт. То есть мы не смотрим на, то есть старый клиент, новый клиент, не имеет значения. Даже если это клиент, который уже там у вас не один год на платформе, нам важен факт, то, что он перешел на годовую абонентскую плату. То есть мы смотрим у вас за спринт количество годовых абонентских плат. Нам не важен тариф. Это может быть тариф Light, это может быть тариф Pro, не имеет значения. То есть даже клиент на Light, который взял себе годовую абонентскую плату, мы это засчитываем. То есть мы считаем сами абонентские платы, годовые абонентские платы. То есть если 15 годовых абонентских плат в этом спринте, значит, то есть эти 6 месяцев, то это приглашение. Если 50 клиентов на годовой абонентской плате, то это компенсация. Компенсация тоже 1500 долларов. То есть это то, что покрывает, в принципе, полностью вашу поездку. Значит, это условия. И мы с вами сегодня уже 6 июля. У нас, по сути, ну, уже меньше месяца осталось для того, чтобы это сделать. Я знаю, что сейчас будет много форумов, будет много мероприятий. То есть есть много инструментов, с помощью которых можно сработать и выполнить промо и поехать в эту поездку. Значит, что там будет в этой поездке? Пожалуйста, следующий слайд. Значит, в этой поездке у нас 10 августа запланировано. У нас будет тренинг по финансам. То есть мы с вами 7 августа отмечаем день рождения компании. 8 августа у вас свободный день по Москве. Вы можете там встречаться с гостями, там сделки закрывать, еще что-то. Затем 9 августа мы переезжаем, то есть улетаем в Калининград. И 10 августа заселяемся. И 10 августа у нас начнется тренинг по финансам. Значит, 10 августа, начало в 10:00, это в отеле Crystal House отель. Значит, это единственный отель 5 звезд в Калининграде, значит, там у нас будет тренинг. То есть, ну, вы можете жить в этом отеле, можете жить в каких-то других отелях, не имеет значения. То есть вы 10 августа к 10 часам подходите в этот отель, конференц-зал мы там позже сообщим. То есть у нас уже все забронировано, значит, мы об этом позже сообщим. Значит, тренинг по финансам. У меня спрашивали, что там будет на этом тренинге, чему мы будем обучаться, значит, и я хочу немного об этом рассказать. Значит, там, на этом тренинге, не будет абсолютно никаких инструментов. То есть я не буду рассказывать про какие-то инструменты инвестирования, то есть инструменты, на чем можно зарабатывать деньги, в какие там акции инвестировать, в какие активы, как правильно, в общем, там деньгами управлять, то есть ваш, там, сколько складывать, сколько откладывать и так далее. То есть я это рассказывать не буду, потому что по сути, это просто инструменты, они не столько имеют значение, сколько имеет значение другой очень важный фактор. Значит, ну, мы с вами все прекрасно понимаем, что мы живем в мире энергии, квантовая физика, ученые сейчас об этом говорят, и мы понимаем, что все вокруг есть энергия, то есть все даже предметы, которые материализованы, это энергия. То есть это телефон, например, это энергия, которая нашла способ материализоваться, выразиться таким образом. Например, ручка – это тоже энергия, которая вот реализовано, материализовалось вот таким образом. То есть все, что вот вокруг нас окружает, это есть энергия. То есть наши с вами деньги это тоже энергия. То есть вот эта вот купюра, бумага, она по сути состоит из энергии, и энергия нашла способ таким образом материализоваться. То есть мы с вами это все прекрасно понимаем, книжки читаем, смотрим, на тренинги ходим и так далее. Мы это прекрасно все понимаем. Поэтому то есть все вот эти блага, которые вокруг нас есть, деньги, ваши вот эти вот цифры на банковском счету, это просто энергия, которая нашла способ материализоваться. Это ваша энергия. И то, сколько у человека на сегодняшний день там материальных активов, ресурсов, это то, сколько у него есть энергии. И мы с вами, как энергетические существа, мы можем расширяться, а можем сужаться. То есть когда мы живем в хороших, в правильных эмоциях, мы с вами расширяемся. Когда мы живем в сомнениях, в страхах и так далее, это очень сильно сужает нашу энергию.
И здесь нет смысла говорить о том, в какие акции инвестировать, в какие инструменты, там, какими инструментами пользоваться и так далее. То есть не имеет абсолютно значения, если мы не работаем с первой причиной, вот именно вот с этой энергией, то есть мы не расширяем свою энергию. И вы знаете, самую, наверное, лучшую иллюстрацию этой идеи я увидел на тренинге Майкла Роуча, это алмазная грань, кармический менеджмент и так далее. Я был на этом тренинге, и там, значит, человек берет микрофон и спрашивает, он говорит: уважаемый Майкл Роуч, скажите, пожалуйста, в какие акции мне сейчас инвестировать деньги? Там, вот у меня есть 10 тысяч долларов, в какие акции инвестировать? И Майкл Роуч сказал просто гениальный ответ. Он говорит: не имеет абсолютно значения, в какую именно акцию инвестировать. Он говорит: вы можете взять газету, возьмите газету, где, значит, написано большое количество акций, да, там котировки и так далее, положите ее на пол, эту газету, возьмите ручку и бросьте на эту газету. Вот куда вот упадет ручка, на какую акцию, ту акцию и покупайте. И если у вас есть достаточно энергии, эта акция пойдет наверх. Если у вас мало энергии, эта акция пойдет вниз. То есть не имеет значения, какими инструментами пользуетесь, имеет значение, что есть, то есть первопричина, потому что акции, инструменты – это то, что производное от первопричины. И мы с вами это прекрасно в жизни видим, потому что мы можем с вами учиться тому, как на физике, делая очень много действий, заработать денег, но даже если вы заработаете какое-то количество денег, внимание, даже если вы на физике заработаете какое-то количество денег, но если нет энергии для того, чтобы вот эти деньги поддерживать, то мир найдет способ, как эти деньги забрать. Либо через неудачную инвестицию, либо через потерю имущества, либо через порчу имущества, какие-то штрафы там и так далее. То есть мир найдет способ вот этот вот, то есть вот это привести в баланс. И по-другому, если вы расширяетесь, если вы работаете вот с этим правильным внутренним состоянием, мир всегда найдет способ, каким образом вам эти деньги привести. Появится какой-то новый источник дохода, появится какой-то человек, который там в вашем бизнесе появится и начнет у вас активно работать, еще что-то. То есть мир найдет способ, каким образом вам эти материальные, скажем так, блага принести. Поэтому вот мы будем говорить об этом. То есть я буду говорить о том, как... И это понятно, что это все базируется на моем опыте, на моем личном опыте. Я буду рассказывать, как мы с вами можем расширяться, как мы с вами можем прийти вот к этому правильному состоянию. И когда вы в правильном внутреннем состоянии, мир вам подскажет, в какую акцию инвестировать, там, каким инструментом пользоваться. И мир будет создавать события, ситуации, где вы будете процветать, и ваш бизнес будет развиваться. Вот об этом будет тренинг по финансам. То есть основная идея будет здесь. Значит, и я сейчас активно к этому готовлюсь, и понятно, что те ребята, которые приедут, мы с вами очень плотно вот в этом поговорим. То есть изначально, когда мы назначали лидерскую поездку, и я думал о том, что мы поедем в Каны, Ниццы там и так далее, для того, чтобы мы могли с вами расшириться. То есть вот именно было вот это вот расширение финансовой нормы. Вот. И в этой конве я готовил тренинг. И в этой конве мы с вами будем... Вот об этом мы с вами будем говорить. Вот, значит, что касается тренинга по финансам. Теперь дальше. Можно следующий слайд. Это было 10 августа. На следующий день, 11 августа, у нас с вами будет экскурсия. То есть мы будем, у нас такая обзорная экскурсия по городу, потому что еще раз скажу, что этот город очень интересный. Я просто зашел на Википедию, чуть-чуть по нему прочитал. Мне стало очень интересно. Еще раз, город древний, он основан в 1255 году, то есть большая история. И только в 1946 году он перешел в состав Советского Союза. То есть, по сути, он только 50 лет. Больше 50 лет, да, только он в составе России, все остальное время он был европейским городом, немецким городом, вот, и понятно, что там очень большая, очень интересная история. Поэтому мы с вами 11 августа все вместе загружаемся в автобус в 11 часов, автобус подъедет к нашему отелю Crystal House, мы с вами загружаемся вместе в один большой автобус, и вот такой большой командой, я думаю, что, автобус там, 40-45 мест, наверное, точно будет. Может быть, второй автобус возьмем. В общем, большой командой поедем на экскурсию, это будет весело. Потому что все вот эти вот групповые экскурсии, когда мы выезжаем с командой, то есть они всегда такие веселые, насыщенные. В общем, все будет очень-очень интересно. Будем по городу гулять, и будет у нас с вами свободное время. И следующий слайд. Понятно, что в этой
поездки мы с вами будем вот в этом составе, в составе, так скажем, чемпионов, мы будем заниматься планированием второго спринта. Мы будем думать с вами о том, как с партнерской программой работать, как с клиентами. То есть мы будем там различные промо продумывать, событийную линейку и так далее. То есть это будет планирование второго спринта. Поэтому если вы хотите поучиться, провести классное время, значит, пообщаться в кругу единомышленников, значит, и поучаствовать в планировании работы компании весь второй спринт, поэтому милости просим, у нас еще достаточно время для того, чтобы квалифицироваться на эту поездку. Даже те люди, которые сегодня еще ничего не знают о бизнесе, и вы им завтра об этом бизнесе расскажете, даже у них есть возможность не просто получить приглашение, а получить компенсацию на это мероприятие, выше были условия. Они очень, ребята, простые, поэтому мы хотим, чтобы много человек поехало, и я ожидаю, что много поедет, поэтому вот этот месяц июля нам надо ударно поработать. Все сейчас для этого есть, мероприятия, форумы. Значит, я 14-15 июля поеду, тоже буду в Перми на форуме. Я знаю, что в многих городах есть форумы. Вот, в общем, есть много инструментов для того, чтобы мы с вами этот июль провели очень эффективно и сработали хорошо. И в августе классно отметить день рождения, и потом еще слетали, классно вместе отдохнули. Значит, это что касаемо поездки. Едем дальше. Следующий слайд. Так, да, ну и мы с вами плавно переходим к поздравлениям. То есть нам нужно отметить тех ребят, которые у нас эффективно работали в июне. И мы начнем с вами со статусов. Я хотел бы поздравить статус от статуса М3 в июне. Это новые статусы, не подтвержденные, а именно новые, новыми партнерами. Значит, статус М3 – Светлана Семенченко, город Москва, и Максим Огородников, город Калининград. Ну вот с Калининграда в гости к Максиму мы все вместе поедем в начале августа. Затем статус регионального менеджера: Анатолий Болшедонов, город Москва, Александр и Ксения Теслины, город Саратов, и Ольга Малафеева, город Арзамас. И статус генерального менеджера: Анна Баранович, город Тверь. Так, затем рейтинг партнеров, которые активно работали по партнерской программе и подключили минимум 2 партнера в течение месяца. Значит, нам нужно отметить тех ребят, которые в течение июня в первую линию пригласили минимум два партнера. Начинаем с 2 партнеров. Владислав и Мария Казакова, Тюмень. Александр Бачков, город Ростов-на-Дону. Маргарита Воронина, Тюмень. Вадим Ерофеев, Белгород. Елена Воронцова, Севастополь. Максим Роденков, Тюмень. Роденков, я надеюсь, правильно назвал. Светлана Семенченко, Москва. Настя Рут, город Сургут. Александр Зайцев, Рязань. Владимир Атаманов, Пермь. Павел Плотников, Тюмень. Снежана Канабрицкая, Омск. Александра Бурдунова, Сургут. Сурья Иравиль Хасянова, Москва. И Анастасия Лиховецкая, город Лиманский район, город, это Украина. Лиманский район, Украина. Так, идем дальше. 3 партнера в течение июня в первую линию. Анастасия Шестакова, Сентуки, Максим Огородников, Калининград, Наталья Ерниева, город Москва. И у нас есть абсолютный чемпион в июне, Анатолий Болшедонов, город Москва. 4 новых партнера в течение июня в первую линию. Затем рейтинг по продаже, по подключению клиентов. Значит, у нас тут очень много ребят. Я начну с тех, кто в течение июня подключил 3 и более клиентов. Начнем с 3 клиентов. Значит, Артем Бичинов, Иркутск, Игорь Маркин, Тверь, Юлия Ржакова, Краснодар, Елена Полых, город Южно-Сахалинск, Роман Мироненко, город Ростов-на-Дону, Денис Маламуш, город Бишкек, Кыргызстан, Андрей Прокопенко, Оренбург, и Раиса Терешина, город Рязань. Идем дальше. 4 клиента в течение июня мы отметить должны. Александр Шинкарев, Кемерово, Ольга Голод, Москва, Максим Моисеев, Москва, Павел Урбанович, Краснодар, Анжела Дорошенко, Йошкар-Ола, и Ерлан Турабеков и Кырлыгаш Атем, город Шымкент, Казахстан. Идем дальше. 5 клиентов в течение июня. Надя Кравец, город Львов, Украина. Мария Юсупова, город Бишкек, Кыргызстан. И абсолютный чемпион, бессменный лидер этого рейтинга, Татьяна Фурсова, город Самара. 7 клиентов
июня в первую линию. И нам нужно еще отметить города, гонка городов. На сегодняшний день, по итогам 5 месяцев работы первого спринта, мы с вами сейчас назовем топ-10 городов по клиентским баллам. 10 место – Калининград, 9 – Рязань, 8 – Краснодар, 7 – Улан-Удэ, 6 – Пермь, 5 – Бишкек, Кыргызстан, 4 – Самара, 3 – Санкт-Петербург, 2 место – Тюмень и 1 место – город Москва. И по партнерам, 10 место – Фергана, Узбекистан, 8 – Сургут, 9 – Сургут, 8 – Саратов, 7 – Ивано-Франковск, Украина, 6 – Санкт-Петербург, 5 – Пермь, 4 – Сочи, 3 – Омск, 2 место – Тюмень и 1 место – город Москва. Это гонка городов, значит, в этом спринте. Так, это все, кого мы должны с вами поздравить. И все, у нас, по-моему, заключительный слайд. Пожалуйста, включите следующий слайд. Да, все, на этом я заканчиваю. И еще раз, сейчас самое главное, самое важное мероприятие, на которое мы с вами, ребята, работаем, это день рождения компании, 7 августа. Точно приезжаем, точно мероприятие будет, никаких ограничений. Значит, мы точно проведем мероприятие, и у нас с вами остался, по сути, ну, последний месяц, меньше месяца для того, чтобы выполнить промо и поехать на поездку, лидерскую поездку в город Калининград все вместе. Вот, не просто приглашение нужно стараться получить, а вот компенсацию, потому что можно просто съездить, а можно еще съездить за счет компании. Думаю, это более приятнее. Все, на этом у меня все. Спасибо всем, кто был онлайн. И до встречи на дне рождения компании Global Intellect Service. Все, всем пока. Так, все.